Ну что, в кубковом матче, наверное, дашь поиграть молодым? Я всегда даю играть молодым, потому что это и есть наш стартовый состав. Тебя не смущает, что за весь матч у команды один удар в створ ворот? Смущает, поэтому и решили дождаться серии пенальти, чтобы наконец-то попадать. Пробивай ти пенальті. А це не опасно? Просто не підбігай занадто близько і не годуй його. Я смотрю, не я один сейчас в формі. Та ти на стероїдах розкачався. Це була вакцина. А, ну ладно. Ну так, ребята, надо было соблюдать спортивный режим. Так с кем было играть складнейше? С Колосом чи Брюхе? Сложнее всего играть с Динамо. Хорошо, что мы начинаем кубок сразу с 1/4. Не нужно возиться со всякими колхозами. Мы сегодня играем с агробизнесом. А, ну ладно, у меня с бизнесом обычно нет проблем. Держите их нападающего! Не все так просто! Ну, наконец-то! Зараз розберемося по-бразильськи. Так а що, він скоро бить буде? Так і не знаю. У цей кут? Чи в цей? Ну давай уже! Доведеться компенсувати хвилин 12. От бляха, поспішив. А ти поспіши, підпишись на канал, постав дзвіночок і не забудь написати, як тобі воротар агробізнесу. Ну какой офсайд, гляньте вар. Та я дивлюся, але тут не видно нічого. Таке враження, що вар купили, а камери до нього забули. Ну що скажеш тут? Нет повтора, нет гола. А может договоримся, чтобы начать в следующем году кубок не с 1/4, а сразу с финала? А может начать следующий год с новым тренером? А наши тачки такие же крутые, как контратаки агробизнеса. Участвуй и выигрывай. Их у нас аж 21. Так, записываем. Петров, Мазиль, Думанюк. Надо усиливаться. Мы на равных смотрели с Боруссией Дортмунд. Так вы играли с агробизнесом. Ой, не напоминай. Динамо дуже важко проходить Колос, а Шахтар сенсаційно поступається агробізнесу. Нарешті український футбол стає цікавішим. Наверное, надо зав'язувати з углем і починати займатися землею. Кстати, кроме 21 машины, можно же еще выиграть полет на вертолете. А если боишься на вертолете, то может тебе достанется прогулка на яхте. Участвуй! Нам надо готовиться к Вильярреалу.